Первые в России. Сборная команда Ивановской области победила на Всероссийском фестивале «Игры отважных». Первый спортивный фестиваль российского движения школьников прошел в Москве. Его участниками стали более 300 учащихся из 43 субъектов страны. Наш регион по итогам отборочных туров представили 6 ребят из разных муниципалитетов области. Отбор проводился по, так сказать, усеченной программе данных видов испытаний, вот этих игр отважных. Мы сформировали команду по лучшим показателям результатов и лучшим показателям нормативов комплекса ГТО, так как одним из условий участников в данном мероприятии это была обязательно 5-я ступень возрастная комплекса ГТО 16-17 лет в команде и наличие золотого знака. В борьбе за золото ребятам предстояло преодолеть дистанцию длиной 3 километра, проложенную в лесу. Команда нашей области показала лучший результат, преодолев полосу испытаний за 20 минут 32 секунды. Вторыми с отставанием в 1,5 минуты стали представители Рязанской области. Третье место у сборной команды Калужской области. Изначально на такой результат, конечно, мы не надеялись. Но благодаря подготовке наших тренеров, которые они нам дали, нам все-таки удалось это с большими усилиями сделать. На протяжении дистанции ребят ждали 11 препятствий, среди которых ров, паутина, двускатная крыша, полярная стена. Не все этапы дались одинаково легко. Мальчики хорошо нам помогали, и я не знаю, без мальчиков, возможно, у нас бы ничего не получилось. Они действительно молодцы, но и девочки тоже не хуже. Интересно, что члены Ивановской сборной познакомились только по дороге на фестиваль, но даже этого времени хватило, чтобы подружиться и выработать тактику борьбы. А хорошая физическая подготовка и боевой командный дух, как известно, главные слагаемые успеха. Елена Белова, Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.